5-5-5. И в прошлом выпуске я проводила опросы на название данной рубрики. Благодарю всех, кто голосовал, а мы начинаем второй выпуск. И как всегда, сегодня я вам расскажу и покажу интересные моменты из своей жизни. Погнали! Этим летом я зря время не теряла и посетила концерт певицы Максим бесплатно. Хотя он для всех был бесплатным. Но факт остается фактом. Зато перед самим мероприятием я побывала в некой VIP-ложе, где вела важные переговоры с татарским правительством. Дарья, вас к телефону, татарское правительство. Возьмите, пожалуйста, трубку. Да? Татарское правительство? Раис Матыгулович, наверное. И просто занималась непонятно чем. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Диана Капана. Я дизайнер. Дизайнер? Да, я дизайнер. Вы что, не знаете, что ли? А что вы дизайнерствуете? Короче, ваша юбка, вы сами ее шили? Да. Да? Да, я зашла на рынок и сказала, дайте мне юбку, которую я сами. Юбку снимать. Думаю, зачем она будет юбку снимать? Затем было само выступление певицы Максим. Максим, хороший певец, спускайся со сцены. И она спустилась. А потом мама, видимо, ее позвала домой кушать, и она быстро убежала. А еще вот она мне оставила такой вот автограф. Здесь написано «Я Максим». Это она сама лично писала, а не я. Пишите в комментариях, на концерте какого исполнителя вы бывали, а мне это будет все интересно почитать. Ну а пока дела на канале идут не очень, популярность так и не приходит, а жить на что-то надо, то я решила устроиться на свою первую работу в роли продавца-консультанта. Я что, вам что-то подсказать? Здравствуйте, я вот хочу кроссовки какие-нибудь красивые, но пока не выбрала модель. Ну, смотрите, у нас есть розовые модельчики, очень красивые. Угу. Потом у нас есть черные, пумар. Пумара, это что? Это конечно. Дорого, наверное, да? Нет. 650 рублей стоит пумар. Я беру, они дышат. Качество хорошее, главное, да. Пумар. А не Китай, нет? Нет, пумар. Пумар не Китай, да? Fashion Sport. А, тогда я беру, спасибо, да. Ой, это хорошо. Как-то зря подышала. Дышит все хорошо. Угу. Червячки есть. Красивые, а другие цвета есть? Зачем руками? Тоже вот розовые, черные, красивые девушки. Я лучше продавец вместе. Мы живем в мире цивилизации, поэтому привыкли ко всем комфортабельным условиям. А как же нам быть, если мы окажемся в дикой природе? Как же быть? Как же выживать? Поэтому я запускаю новую информативную рубрику «Туториал выживания». Сегодня у нас будет небольшой туториал, и я вам покажу, как же можно поймать рыбу без удочки. Как? Для этого нам понадобится штатив. Берем штатив за ножки, закрепляем.
вот эту фигню. Я не знаю, как она называется. Это у нас будет в качестве поплавка. И ловим рыбу. Ой, какая большая уже, какая. Вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Сорвалась. Вот вы и научились ловить рыбу. Смотрите мои следующие туториалы, и вы научитесь выживать в дикой природе. Ну и напоследок, любимая рехотленная птуса. И сегодняшний выпуск рехотленной птусы у нас будет на природе. А помогать нам в этом сегодня будет главный фанат Дианы Индианы Дамир Искандаров. Солнцем согретая, в середине лета, моя песня первая, шепотом спетая. Солнцем согретая, в середине лета, моя песня первая, шепотом спетая. Солнцем согретая, в середине лета, моя песня первая, шепотом спетая. Солнцем согретая, в середине лета, моя песня первая, шепотом спетая. Ну а на этом все. Благодарю вас за просмотр, оценивайте этот ролик. Собираем нужное количество пальцев вверх, и выходит новое видео. Нажимайте кнопочку подписаться, если вам нравится мое творчество. Также, чтобы не пропускать весь движ Париж на канале, не забудь про колокольчик. Вроде все сказала. Точно. Можешь посмотреть вот это видео, оно очень даже смешное. Также, если ты пропустил этот видосик, то можешь кликнуть вот сюда. А я подожду.